Сегодня, 1 марта, отмечается сразу несколько событий. Первый день весны, второй день Масленицы и народный праздник Ярилин день. На Ярилин день начиналась подготовка к работам в полях, садах и огородах. Но самым важным было набраться сил и отдохнуть. Кстати, если 1 марта начать откладывать деньги, то нужное количество накопится очень быстро. Второй день Масленицы называется заигрыш. В этот день молодые люди устраивали себе просто настоящий праздник. Именно в заигрыш можно было обрести свое счастье и завести семью. Жениться в Великий пост было нельзя, поэтому молодые только договаривались пожениться. Заигрыш славился интересными костюмами и самодельными масками. Маски делали смешными, чтобы поднять настроение всем вокруг. Девушки на Руси любили и разные гадания. С особым азартом пытались узнать что-либо о будущем мужа. Например, потенциальным мужьям предлагалось выбрать блин, который ему понравится. Блин с творогом мужчина мягкий и покладистый. С маслом выбирали романтичные натуры. Ну а если ваш избранник предпочел блин с икрой, вы нашли идеального семьянина и хорошего хозяина. Начинка – красная рыба, парень интеллигентный и воспитанный. Да только на Руси такие спросом не пользовались. Есть и большое количество примет. Если день заигрыша теплый, в скором времени жди похолодания. Но если на льду плещется вода, к теплым дням. Снег и талая вода, собранная 1 марта, считаются целебными. Если беременная девушка посмотрит на первое весеннее солнце, малыш родится крепким. И, конечно, куда без застолья, ведь чем лучше будет застолье, чем больше будет гостей, тем больше удачи придет в дом хозяев. Проводите Масленицу в дружных компаниях. Ксения Калугина, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.